Защита пенсионеров, реализация целевых программ социально-экономической поддержки, развитие потребительского рынка – все это сегодня обсудили на областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Особое внимание члены комиссии уделили вопросу пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. В частности, обсудили варианты помощи в поиске работы и оказания социальных услуг. К данной категории граждан у нас особое отношение в плане оказания услуг по информации о ситуации на рынке труда, по поиску подходящей работы, оказанию услуг по поиску подходящей работы данной категории лиц. Кроме того, у нас предусмотрено дополнительное профессиональное обучение данной категории, переобучение. Если с пенсионерами все понятно, то определения предпенсионного возраста в законодательстве раньше не было. Недавние поправки уточняют, такими гражданами считаются те, кому до выхода на пенсию остается не более 5 лет.